На мансарде башни Кронпринц на этой неделе тоже звучала музыка. Правда, несколько другая, экспериментальная. Проводником в мир звуковых импровизаций служит Балтийский филиал Центра современного искусства. В этом году он в третий раз организовал фестиваль Sound Around. Программу впервые открывало выступление танцевального коллектива. Польский театр «Амарея» специально по случаю приезда в Калининград подготовил перформанс, посвященный непростому положению женщины в современном мире. В списке же участников фестиваля калининградские, московские и европейские мастера, работающие в области саунд-арта. В первую очередь они художники, у многих нет специального образования. Они могут не уметь играть на музыкальных инструментах. Однако их работа – это далеко не всегда абстрактный шум и набор звуков. За мной сейчас работа Владимира Тарасова. Она рассказывает о идолах из рок-музыки, которые знают уже несколько поколений, и поэтому... Тут даже ничего объяснять не надо. Эта инсталляция 60-е – один из проектов выставки «То, что мы слышим, то, что смотрит на нас». Здесь можно совершить путешествие в те времена, когда процветал театр у микрофона, и не посмотреть, а послушать фильм. Картинку же доработает ваше воображение. Другая аудиоинсталляция показывает, как мерцание фар автомобилей может создавать определенную мелодию. Если же задержаться на несколько минут у работы после полуденной отдых Баха, то взору предстанет неожиданное изображение. Мы же покажем это произведение в несколько ускоренном темпе. Из этого абстрактного изображения рождается сценка, где появляется девочка, которая смотрит в некую какой-то инструмент. Что это такое? Постепенно видим, как она смотрит в музыкальный инструмент, как она себя рассматривает тоже, не только прислушивающую к этому звуку, возможному звуку, но хочет поглядеть во внутреннее строение музыки. Эту и другие инсталляции можно будет увидеть до 27 апреля, однако на них посетителей будут пускать по предварительному.